Привет! Трэповый Моргенштерн у нас был, дриловый Моргенштерн у нас был. Так что для финального разбора битов с Last One я решил с нуля сделать бит из трека. Так что смело ставь лайк, если ты такой. Контакт, Библа Нуар, темп 165. И первый аккорд, по-моему, это что-то в виде C-sharp минора с некоторым обращением. Следом за ним идет D-мажор. Потом какая-то вот такая фигня, которую, естественно, нужно равнять. И вы справедливо можете заметить, что эти аккорды звучат совершенно обычно и вообще не так, как в треке, потому что вся магия добавляется нижними нотками. Например, к C-шарпу мы подставим ноту F-шарп. Сюда конвенциональную D, а вот сюда уже B. И звучание преобразилось. Если бы эти нижние нотки были выше, то вместо бы C-шарпа мы бы слышали... Потом играет вот такой аккорд. Затем что-то типа... Затем какое-то вот такое безумие. И заканчивается все соль минор септаккордом, который вообще не входит в этот скейл. Но звучит все это довольно хайпово. Особенно если вот те же самые нижние нотки продублировать сюда. Только вот здесь нужно прописать свои собственные нижние нотки. И впереди нас ждет еще один паттерн пианино и паттерн струнных, так что расслабимся ударными. HQ Funk Kit. Римшот в этом ките мне не нравится, так что я решил добавить свой. И вот, собственно, кик. Паттерн хай-хетов очень красиво засфингован. И с шифтом и альтом вот так вот делаем. Только тут добавляется еще одна штучка. Можно использовать либо педал хай-хет, либо сразу опенхет. В конце мы точно используем вместо вот этого опенхет. Основные удары по снеру не засфингованы, а ритмические снеры немножечко смещаем. Добавим сэмпловый рим. Кик звучит вот так, так, вот так, вот так. Этот и вот этот звуки со свингом. Сдвигаем совсем чуть-чуть. И как обычно, как только этот видос наберет 3000 лайков, проект, который получится в финале этого бита, я выложу в своем телеграм-канале, и в нем будут все плагины, которых у вас может не быть, зарендерены. Так что если хочешь максимально скоро поковыряться в этом проекте, срочно ставь видосу лайк, особенно если он тебе понравился. И не забудь подписаться на мой телеграм-канал по ссылке в описании. И теперь игры кончились, у нас начинается второй паттерн пианино. Как будто бы аккорды меняются довольно сильно и звучат каким-то вот таким образом. При этом нижние нотки как будто бы играют без изменений. Ну, кроме того, что они подыгрывают вот этим ноткам. Хотя вот снова F-sharp sus2, как я его идентифицировал. Если кто-то сильно шарит, то напишите в комментариях последовательность аккордов, правильную в этом треке. В переходе у нас снова какая-то вариация на А-мажор и Д-мажор. А следом какая-то невероятная вариация на тему А-мажора. Как-то вот так и вот так. И снова дичь в виде соль минора. В этом куске, по-моему, нижние нотки отличаются, то есть здесь F-sharp чуть повыше, потом F-sharp очень низко, который соответствует вот этому переходу, потом D тоже очень еще ниже, потом D повыше, и здесь C хорошо звучит. Да уж, в этот раз аккорды подобрать было совсем непросто. Теперь по факту хорошо бы прописать 808 басец, который по большей части идет по басовым ноткам. Потом вот так, здесь B, а здесь у нас переход с B на A. Потом почти то же самое, только здесь заходик с F-sharp и заходик с D. Здесь, наверное, C и здесь, наверное, C, чтобы он соответствовал аккорду. И перед тем, как появится кусок с гитарой, у нас добавляется какой-то атмосферный пэд, который вот Pad Slow Atmo, я думаю, подойдет из моих пресетов. Ctrl-C, Ctrl-V, но нижние нотки все-таки уберем. Выделим его в отдельный паттерн, и для второго паттерна пианино сделаем то же самое. И вновь напоминаю вам, что недавно у меня вышел большой, принципиально новый, видеокурс по битмейкингу в FL Studio 20, который отлично подойдет новичкам. То есть, если ты ни разу не открывал FL Studio, по этому видеокурсу ты точно напишешь свой первый бит. Видеокурс стоит 4290 рублей, и чтобы узнать о нем подробнее или его заказать, напишите мне. Ссылочка на меня есть в описании прямо под этим видео, так что напишите мне прямо сейчас, закажите видеокурс и прокачивайте свои навыки. И где-то здесь возникает гитара из Ample Guitar SH. Сначала здесь у нас звучит какой-то заходик типа... Типа
потом идет А, потом снова Б, потом А, потом Е, С, Б, С, по-моему, Б и А. И вот так. Только всему этому надо как-то velocity подстроить, типа фаршлаг потише, потом вот эти нотки прям на убывание совсем. Вот как-то так начинается гитара, только вот эти нотки с интервальчиками. Так и вот так. Только вот эта нотка короче, а вот эти гораздо тише. Теперь Ctrl-B. И в конце снова нарастание. И вот так, вот так. И вот так. Только нужно velocity тоже нарисовать какое-нибудь красивое. Ну и пропишем остальные ударочки, тем более это недолго. Вот так, Ctrl-B. Пробежка у нас будет вот здесь, Ctrl-U. Вот здесь. И вот здесь, Ctrl-B. К ним добавится вот такая пробежка. И на одной, второй, вот здесь вот. Перейдем к паттерну снеров. С ним будет, конечно, гораздо принципиально сложнее. Он готов. Кик звучит вот так вот, и вот так вот, и вот так вот. Только вот здесь вот у нас вот так вот, и вот так вот. И вот эти оба звука чуть потише. И нам придется сделать страшное, сделать второй паттерн баса в том месте, где играет гитара. Потому что вот здесь нужно поставить B, и здесь поставить C-sharp, по-моему. Здесь начинается еще одна часть, где появляется вторая гитара. Я сделал клон гитары и ставим вот сюда нотку, вот сюда нотку, вот сюда. И поднимаем, и получаем базовый аккорд F-sharp минор. Теперь нам нужно сделать мажорный D. Для этого просто F поднимаем на F-sharp. И затем нужно сделать минорный B. Только вот так. И вот так. Теперь Alt-S, это все посильнее, посильнее. И убавим все вместе. Они будут играть вместе с вот этим паттерном. Некоторые звучки я предлагаю отключить. Вот это уберем, вот это уберем. И чтобы вот этот кусок звучал поплотнее, я предлагаю вот эти аккорды перенести на пэд. Еще чуть не забыл, что в этом куске играет дичайший пэд-бас. Вот так вот, потом нотка D, вот так вот, нотка B, вот так вот, Ctrl-L, Ctrl-B. И вместе с ним мы будут играть вот эти снэпы. Я решил взять два, чтобы сделать стерео. Один мы отправим на 50% влево, второй на 50% вправо. И они будут звучать довольно сильным ревербом еще, которым мы сейчас и займемся. И я забыл сказать очень важную вещь. Там, где у нас начинается трэповый бит, у нас паттерны пианино чередуются. Сначала идет второй паттерн, потом тот, который из вступления. Очень много Valhalla Room на вот этот пэд. Расширим его немножко вот так вот. На пиано мы кинем Valhalla Vintage Verb. Задерем срез низа. И один стерео контрол. Еще тейп Mellow-Fi. Мне кажется, тут он хорошо будет звучать. Вот такой сайдчейн от Кика я сделал на 808 бас. Чтобы немножко оживить бумбэповый драм-кит, давайте накинем на него Valhalla Room, Dark Drum Room. Его только очень сильно надо убавить. Вот он дает ощущение какого-то такого чуть более живого пространства. После этого можем накинуть сюда DS10 Drum Shaper, немножко задрать. В этот раз каналов с ревербом будет два, один тоже Drum Room, и второй уже традиционно с длинным ревербом. И вот наш ударный, хэт, и снэр, и снэп отправим туда. Также чуть-чуть DS10 Drum Shaper и немножко Сатурна. HD-лей, конечно же, поставим на гитару. Драйвет как-то так, типа от какие-то такие настройки. И, конечно же, реверб. Ну и раз уж это финальный разбор битов с Last One, предлагаю вам в комментах написать треки, которые понравились больше всего вам. Я думаю, что мои фавориты вы уже выяснили. Мне будет реально интересно почитать, какие треки, по-вашему, самые крутые на этом альбоме, какие вам больше всего понравились, так что напишите в комментариях. На зоне мы используем только Exciter и Major, Gentle Tape, чуть-чуть увеличенный Gentle Beef, вот так. Потому что максимизацию я хочу сделать с помощью Newfangled Saturate, вот так на Hard почти до конца. Что ж, вот такой биток получился, и я уверен, он заслуживает лайка, потому что таких сложных аккордов я давно не подбирал. Если вы со мной согласны, предлагаю прямо сейчас этот лайк и поставить. И вновь напоминаю, что у меня есть большой новый видеокурс по битмейкингу в FL Studio 20, который отлично подойдет новичкам. Напишите мне, чтобы узнать о нем подробнее. И, конечно, обязательно подпишитесь на канал, если вы этого еще не сделали, потому что если понравилось это видео, другие понравятся точно. И на этом у меня...